Сегодня у нас на реставрации советский молоток. 2-килограммовый, еле видно клейма, побитый судьбой. Ну как мы его будем реставрировать? Естественно, мы ничего ему не будем делать. Ни подтачивать, хотя вот уже подточено здесь, смятые края, ничего. Мы его просто проведем простейшую реставрацию. Берем эмаль и красим. Получается золотой молот Тора. Видно? Видно. Так. Разворачиваем. И красим снова. Получается идеальный. Красивый молоток. Ну как? Посмотри туда.